Это любительское видео было снято несколько дней назад. Происходило все в вечернее время, хотя на часах не было и 8. Парк аттракционов «Барнаульская крепость» продолжал принимать посетителей. К слову, работает он до 20:00. Один из родителей почувствовал подозрительный запах табака, после увидел клубы густого дыма. Оказалось, что на территории семейного отдыха без какого-либо ограждения расположена кальянная. Возмущенный таким соседством мужчина попросил жалобную книгу. В общем, вы мне не даете телефон руководства, и вы мне не даете жалобную книгу, верно? Я так понял, что верно. Ладно, всего вам хорошего. Курящие молодые люди потребовали, чтобы мужчина удалился, отметив, что кальянная еще не открыта, ведется техническая подготовка оборудования. А это уже вечер следующего дня. Парк аттракционов все еще принимает посетителей. На территории кальянной знакомые лица. Тот мужчина, который вчера к вам подходил, да, вы вспомнили ту историю. В тот момент было техническое открытие, мы не принимали посетителей. Угу. И то есть человек, не являясь нашим посетителем, как бы требует книгу жалоб. То есть у нас идет открытие, я попросил удалиться, он не послушал нас. Работники заведения отказались сообщить, кому принадлежит кальянный, и дали понять, что корпоративные тайны им велено не разглашать. Как на него выйти? Как на него выйти? Да. Это трудный вопрос. Как его зовут хотя бы? Ну, вообще он говорит то, что при таких вопросах не важно посетителям никому не говорить, кто он, потому что он очень такой человек. Ну, мы СМИ. В ближайшее время мы намерены познакомить вас с позицией собственника парка по этому вопросу. Между тем, с точки зрения законодательства, оказывается, нарушений в таком соседстве нет. Как рассказал нам депутат Государственной Думы Николай Герасименко, на данный момент официального запрета на курение кальянов в общественном месте не предусмотрено, поскольку курительные смеси считаются относительно безвредными. Там, будем говорить, никто не знает, что они туда вкладывают. Зачастую в один кальян, да, там по количеству, допустим, те же никотина, там одной дозы больше, чем выкуренная пачка сигарет. Поэтому никто не знает. А я думаю, там можно, допустим, проверить. По словам Герасименко, в ближайшее время депутаты Госдумы намерены дополнить документ, запрещающий курение в общественных местах. По мнению российских чиновников и депутатов, электронные сигареты или кальяны так или иначе являются пропагандой курения. А то, что взрослые забавы происходят на глазах у детей, как минимум лишено всякой морали. Мы планируем дождаться официального ответа собственника парка о таком сомнительном соседстве. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.